chilling. In our next bout, under 68 kilos category, three rounds in Euro Thai rules. Elbow strikes are prohibited. Referee в ринге, the referee of the bout, Юрий Дюрт. Боковые судьи, ringside judges, Дмитрий Будников, Вячеслав Муштаев, Артем Винокуров. Встречаем участников. Please welcome the fighters. В синий угол ринга боксер из Румынии, the blue corner representing Romania, Триф Овидию Влад. Уважаемые друзья, ну а у нас следующий поединок, и представитель Румынии первый приглашается в ринг. Это весовая категория до 68 килограммов, такой кетчвейт, договорной средний вес. Ну и мы видим, что Триф Одви Влад уже двигается сюда к рингу. 22 года этому спортсмену, достаточно он молодой, его весовая категория составляет так 67 килограммов, в большей степени он именно в ней выступает. Его рост составляет 170 сантиметров. На его счету 20 профессиональных поединков, 17 из которых он одержал победу, 3 поражения. Ну и в своих победных поединках 7 раз он заканчивал досрочно. То есть достаточно такой хороший, положительный послужной список. Встречаем в красный угол ринга боксер из Прокопьевска Кузбасс. To the red corner, representing Prokopyevsk, Kuzbass region, Алексей Ульянов. Ну а теперь один из звездных бойцов российского профессионального тайского и, конечно, тайского бокса и кикбоксинга. Уже такой опытный, зрелый ветеран Алексей Ульянов. 33 года этому спортсмену. Он представляет город Прокопьевск, Кемеровская область. Он является мастером спорта России международного класса. Тренируется под руководством Виталия Викторовича Миллера. Его рост составляет 176 сантиметров. Он является 9-кратным чемпионом России, серебряным призером Кубка мира среди любителей. Ну и колоссальнейший опыт профессиональный у него за плечами. Он является 2-кратным победителем турнира ТНА, является 2-м номером мощнейшего промоушена кикбоксерского Глори. Ну, а ждем представления. В синем углу ринга боксер из Румынии. Ему 22 года, вес 67 килограммов, 450 граммов. Провел 20 профессиональных поединков, одержал в них 17 побед, 7 из которых нокаутом, при всего лишь 3 поражениях. In the blue corner, 22 years old, weighed in 67.45 kilos. Professional record, 20 bouts, 17 victories, 7 victories by knockout, only 3 defeats. Representing Romania, Triff Ovidiu Vlad. В красном углу ринга боксер из Прокопьевска. Ему 33 года, вес 68 килограммов, 400 граммов. Провел 38 профессиональных поединков. Одержал в них 30 побед, 7 из которых нокаутом. Потерпел 7 поражений и в одном бою была зафиксирована ничья. Серебряный призер Кубка мира. 9-кратный чемпион России по тайскому боксу. In the red corner, 33 years old, weighed in 68.4 kilos, professional record, 38 bouts, 30 victories, 7 victories by knockout, 7 defeats and 1 draw. Muay Thai World Cup vice champion, 9-time Muay Thai Russia champion, representing Prokopyevsk, Kuzbass region, Alexey Ulyanov. Ну и пока у нас пройдет танец Y-Crew, мы немножко еще расскажем про Алексея. Алексей Ульянов, человек, который провел уже много поединков в промоушене Glory. Мы знаем, что не так давно, а точнее 23 октября 2021 года он одержал победу над Сергеем Дадамчуком. Hi guys, listen to my teams and good luck. Go with your corner.
Первый раунд. Раунд номер один. Чок. Первый раунд. Так, через переднюю руку сразу начинает боксировать Алексей. Умеет он это делать. Дебютировал он, кстати, в промоушене Glory в 2017 году и сразу же дебютировал со старта с одним из топовых бойцов из Таиланда, с Кят Макао Печпамон Руку. Уступил он ему судейским решением, после чего в 2017 же году встретился с Гигой Чикаевым, бойцом, который в промоушене UFC одержал досрочную победу над таким бойцом, как Эдсон Барбоза, является одним из сильнейших ударников. После чего выдал Алексей серию из трех. Ой-ой-ой, как стартует здесь румынский боец. Из трех победных боев. Потом встретился с Сергеем Адамчуком, уступил ему. Но, как мы уже говорили, в декабре прошлого года сумел реваншироваться с Сергеем Адамчуком. Параллельно выступил еще в промоушене Fair Fight, где одержал победу над... Конечно же, белорусским спортсменам. А у нас, смотрите, развивается как ситуация в ринге. Плотно пробивает Алексей Ульянов мидлкиком с передней ноги. Да, мы помним, конечно же, его поединок в промоушене Fair Fight против Вадима Васькова. И тогда поединок выдался очень конкурентным, но смог забрать там победу Алексей Ульянов. Опасно. Бьет левый крюк здесь. Авиду Влади. Пытается идти здесь так вперед на обострение. Виталий Викторович Миллер, заслуженный тренер России, здесь помогает Алексею Ульянову в этом поединке. Также, конечно же, бессменный друг, товарищ, брат Алексея Ульянова, Иван Ульянов. Также у него в углу. Опасная двойка. Трифу пробивает здесь. Но Влади так очень акцентированно работает руками. И пока Алексей не стартует, видно, что Ульянов пока ищет нужную для себя дистанцию. Начал немного тянуть на себя. Ой-ой-ой. Попытался встретить коленом, но сам пропустил два ненужных таких боковых. И достаточно мощных здесь Алексей Ульянов. Снова начинает тянуть немножко на себя Алексей. Плотный мидлкик с дальней ноги. Еще один мидл слева. Концовка раунда навстречу коленам от Ульянова. И снова опасные вот эти крюки. Быстро, очень хлестко забрасывает их представитель Румынии. Хороший первый раунд. Секунданты. Seconds out. Второй раунд. Раунд номер 2. Чок. Второй раунд. И что можно сказать? По тем повторам, которые нам показали видеорежиссеры, очень хороший выдался первый раунд для Трифу Авиду Влад. Начинает снова поддавливать румынский спортсмен. В углу он был достаточно доволен своим первым раундом. Ну и несколько раз сказал громко, что он считает, я выиграл его первый раунд. Снова заряжается на двойку здесь. Хороший лоу-кик от Ульянова. Еще один туда же начинает сушить переднюю ногу своего соперника Ульянов. Так.
Третий лоу-кик, и мы видим, пытается, начинает, почувствовал эти удары, начал защищать эту ногу Трифт. Вот так забрасывает такой амплитудный хай-кик, но там рука была на месте у Ульянова. Опять боковые. Алексей, мне кажется, почувствовал ту дистанцию, на которой опасен его соперник. А вот смотрите, опять крюк. Опять хлесткий неожиданный крюк. Пошел вперед Трифу, опять начинает он так забрасывать эти крюки. Много-много инициативы отдает здесь Алексей Ульянов своему сопернику. Попадает слева. Тут же открывается такое кровотечение из носу здесь. У Трифа. Хороший удар в туловище от Ульянова. Алексей Ульянов любит и умеет работать вторым номером, но мне кажется, вот в этом поединке пока он отдал слишком много инициативы. Но при этом, смотрите, уже колоссальное количество ударов пропустил во втором раунде здесь соперник Алексея Ульянова. Хороший удар справа. И такое ощущение, что Видоевла так прочувствовал все-таки все удары своего соперника. Личное попадание справа от Ульянова. Пытается взорваться Овиду Влад вот этими опять боковыми ударами. Колено слева снова. Концовка. Кто будет рисковать? Хорошо. Хайкик справа от Ульянова. Концовка второго раунда. Здорово отработал второй раунд Алексей. Друзья, ну и нас ожидает третий раунд. Третий заключительный раунд этого насыщенного поединка. Ну что надо, через живот. Живот показал, перевел, ясно? Заставь его после раунда двигать, он на катках ходит, ясно? Влево-право погуляй, позакручивай, ясно? Когда вперед назад, он цепляется, что-то делает. Лево-право загрузи, пожалуйста. Встречка через живот перевел, все. И ножки разбавляй. Потому что, по вниманию, не кидай, чтобы туда подумать. Давай. Этот раунд лучше. Смотри, тоже здесь бросает всякую ерунду. Внимательно. Внимательно. В сторону движения. Не назад, а в сторону. Секунданте, seconds out. Финальный третий раунд. The final round, number three. Заключительный раунд. Алексей Ульянов, представитель России, в красных перчатках. Ну и его соперник Трифа Видоевлад. Представляет он Румынию. Начинает так снова идти румынский боец вперед. Подсказали Алексею Ульянову, сказали, второй раунд твой. Ой, действительно справедливо. Опасно, опасно. Снова вот эти колени в прыжке. Достаточно опасно выдает здесь все-таки Авиду и Влад. Второй раунд хорошо отработал Алексей Ульянов. Ну а в первом очень здорово, мне показалось, смотрелся все-таки Трифа Авиду и Влад. Мощный лоу-кик от Ульянова. Во втором раунде он очень хорошо работал этим ударом. Еще один лоу-кик от Ульянова. Плотно работает Авиду и Влад, но все удары в защиту. Человек через блок идет вперед Ульянов. Хай-кик снова от него. Опять попытка удара коленом здесь от Авидуи, но чувствует это Ульянов, не дает нужное пространство. Крюк справа от Ульянова в защиту.
Опять на ногах растаскивает здесь немного Алексей Ульянов своего соперника. Хорошо, справа попадает. Корпус, голова. Но именно это просили от него в углу. Кузбасс, Кузбасс поддерживает, конечно же, зрители своего спортсмена. Хорошая комбинация от Ульянова. Здесь сам попал коленом, защищался от бокового. Меньше минуты остается до конца третьего раунда. Ведут по времени здесь Ульянова, подсказывают ему 40 секунд осталось. Рука-нога здесь от Ульянова. Будет ли он обострять? Ну, хорошо. Коленом здесь на входе пробивает Ульянов. Пошел вперед сразу же Авидуи. Он прочувствовал этот удар. Немножко клинча под концовку. 10 секунд. Попытка хайкика от Ульянова, но не точно. Ой-ой-ой. Коленом здорово пробивает тут Ульянов. Еще один. Авидуи уже пошел, было в размах. И отличный поединок мы с вами посмотрели. Единственное, что остается, это дождаться судейского решения. Дамы и господа, по завершении этого конкурентного боя обращаемся к судейским запискам. And now we are going to the judges' scorecards. Судья номер один, 29-28, синий угол. Judge number one, 29-28, blue corner. Судья номер два, 29-28, красный угол. Judge number two, 29-28, red corner. Судья номер три, 29-28. Judge number three, 29-28. Раздельным решением судьи победу одержал. And the winner by split decision. Алексей Ульянов, Прокопьевск. Алексей Ульянов раздельным решением судьи одерживает победу в этом поединке. Да, хороший, зрелищный поединок выдали спортсмены. Ну, а нас ожидает продолжение этого яркого карда.